Как лечить проктит после лучевой терапии? Это очень сложная тема. Если это ранние сроки после лучевой терапии, то высока вероятность, что постепенно эти лучевые проявления пройдут сами по себе. Ну, можно применять еще там специальные гели, мази, которые можно вводить в прямую кишку, но в целом с течением времени должно стать лучше. А если уже достаточное время прошло после лучевой терапии, а явления проктита они остаются, это достаточно сложная такая область лечения. Есть очень агрессивные методы лечения, которые прям от безысходности фактически применяют, когда постоянно кровит из прямой кишки, прям такие серьезные анемии на этом фоне. Там вплоть до того, что фенолом обжигают слизистую прямой кишки, просто сжигают ее совсем, превращают ее в рубец, но с целью того, чтобы избавить человека от потери крови. Это очень такие сложные методы лечения. В Обнинском онкологическом институте, это филиал института имени Герцена, есть специализированное даже отделение, которое занимается лечением поздних послучевых повреждений различных органов, в том числе органов малого таза.